Вася, кто тебя испугал? Меня никто не пугал. А мне показалось, что ты какая-то испуганная. Ну, в общем, ну да, почти испуганная. Как это почти? Либо испуганная, либо нет. Понимаешь, Чика, мне сон страшный приснился. А, ну это сон, это ничего. Нет, Чика, это был не просто сон. Как это? Это был сон, который предупредил меня об опасности. О, а какая опасность тебе угрожает? Не только мне, а всем нам. Вася, расскажи свой сон. Пойдем, я тебе в окно кое-что покажу. Видишь, Чика, тот куст? Какой куст? Куда ты смотришь? Вон он, прямо перед тобой. Ну и что? Куст как куст. Он давно растет во дворе. Ой! Что ой? Чика, на кусте появился улей. Прям как у меня во сне. Я что-то не вижу никакого улья. Ты внимательно посмотри. Вон он, между веток. Какой он красивый, прям золотой. А чего ты так испугалась? У нас появился улей. Теперь у нас будет собственный мед. Пойду во двор, посмотрю на улей поближе. Чика, подожди! Чика! Чика, ни в коем случае не подходи к улью! Чика, слышишь? Марфа, а ты что тут делаешь? Я гуляла по двору и вдруг вижу, улей на кусте висит. Раньше его тут не было. Я тоже пришел посмотреть на улей. Чика, а ты слышишь? Это пчелы жужжат. Ой, Марфа, я пчел боюсь. Пойду домой. Ай, меня пчела укусила. Вася, Марфу пчела укусила. Ох, Чика, это не простые пчелы. А какие, волшебные что ли? Нет, Чика, конечно, не волшебные. Они ядовитые. Василиса, это ты заливаешь. Ядовитых пчел не бывает. Ну, понимаешь, они не то чтобы ядовитые, но после их укуса кошки ведут себя очень странно. Как это? Ну, они могут быть очень агрессивными. Или наоборот, уснуть и проспать, ну, целую неделю. Ой, как у меня болит бок. Почему бок болит? Да потому что меня в бок укусила пчела. А вообще-то, ты кто? Марфа, ты что, меня не узнаешь? Я же Чика. Ай, у нас дома страшный чужой кот. Он, наверное, бешеный. Вася, что это с Марфой? Да что же это за пчелы такие? Это мутанты! Вася, может, ты пойдешь к Марфе и постараешься ей чем-нибудь помочь? Конечно, пойду! Откуда в нашем доме появился этот страшный, этот ужасный кот? Ой, а это что? Что это? Мамочка! Ты кто? Убирайся отсюда! Мамочка, это же я, твоя дочка! Ай, что тебе нужно? Ты что ли тоже моя дочка? Уходи отсюда, брысь, оставьте меня все в покое! Мамочка, посмотри на меня, это же я, Василиса! Брысь, убирайся, я тебя не знаю! Мамочка, бедная моя мамочка! Мамочка, подожди, не убегай! Что за шум? Куда эта Марфа так быстро побежала? Никиса, с мамой беда! Ай, Васька, ты преувеличиваешь! Нет, Никиса, ты же не знаешь, что произошло! Васька, лучше я тебе расскажу, что у нас произошло! Как? И еще что-то произошло?
Да, я только что в окне увидела, что у нас во дворе появились пчелы. Там на кусте висит улей. Теперь у нас будет собственный мед. Ой, Никиса! Рада, да? Пойдем, я тебе покажу этот улей. Стой, Никиса! Нет! Туда нельзя ходить! Ты чего, пчел боишься, что ли? Я читала, что пчелы кошек не кусают. Так что не дрейфь, пошли! Никиса, это не простые пчелы, это мутанты! Ну давай хотя бы из окна на них посмотрим. Что ты еще придумала? Какие такие мутанты? Ой, Васька, ничего себе! Вот это да! Как их стало много! А знаешь, что с мамой случилось? Нет, не знаю. Ее пчела укусила, и теперь она никого не узнает. Ну, меня-то она узнает. Мы же с ней лучшие подруги. Никиса, она даже меня не узнает, свою собственную доченьку. Ай, ай, кто вы? Откуда здесь столько страшных кошек? Вот видишь, не узнает нас. Вася, а по-моему, это она не про нас говорит. Да, Никиса, мама смотрела совсем в другую сторону. Она там что-то увидела. Кошмар, ужас, что здесь происходит? Помогите, спасите! Вася, что это с Марфой? Она видит то, чего мы не видим. Да нет, мама видит то, чего нет на самом деле. Как это? Это называется галлюцинации. Что? Как называется? Глюки, вот как это называется. Помогите, помогите, ну кто-нибудь! Бежим! Кажется, здесь нет ни одной кошки. Марфа, подожди, не убегай! Мамочка, не убегай! Это же я, твоя дочка, мамочка! Марфа, мы тебе хотим помочь! Нет, нет, уходи! Я тебя не знаю, ты плохая! Стой, мама! Марфа, остановись! Нет, Никиска, ее не остановить! Она видит что-то очень страшное! А что же делать? Никиса, ты слышишь? Жужжат. Это пчелы. Вася, как их много! И какие они злые! А они не смогут к нам домой залететь? Надеюсь, что не смогут. Вроде бы у нас все закрыто. А я еще хотела на них вблизи посмотреть. Да уж, бегали бы вы сейчас по дому вдвоем с мамой. Васька, ну как помочь Марфе? Кошки, сейчас мимо меня с криком пронеслась Марфа. По-моему, она сошла с ума. Нет, Марфа!
у нее галлюцинации. Что? Чика, галлюцинации! Глюки у нее! Вася, значит, твой страшный сон приснился тебе неспроста. Какой еще сон? Вещи. Что? Васе приснился вещий сон. Да-да, Никиса, я этих пчел увидела во сне. А как от них избавиться? Ты видела? Нет, я так испугалась и проснулась. Я не знаю, как маме помочь. Прячьтесь, все прячьтесь, не стойте здесь. Что вы стоите? Не видите, что ли, сколько здесь всяких тварей развелось? Бедная мама, она видит что-то очень-очень страшное. Видит то, чего нет на самом деле. Ну, Васька, не досмотреть сон до конца. На самом нужном месте проснулась. Но я же не специально. Кстати, во сне я видела, что пчелы укусили не маму, а тебя и Чика. Ой, а вдруг они еще и нас укусят? Ай, смотрите, что они творят! В дом хотят залететь! Не бойся, Чика, в дом они не залетят! У нас все окна и двери закрыты! С чего это ты взяла, что я боюсь? Я совсем не боюсь! Я смелый кот, я мужчина! Да? Смелый? А во дворе кто кричал? Ой, Марфа, я боюсь пчел! Марфа, пойдем домой! А ты это слышала, да? Нет, походу придумала! Конечно, слышала! Кошки, не ссорьтесь! У меня, кажется, появилась идея! Какая идея? Идея, как помочь маме! Что ты предлагаешь? Слушайте, мама заболела от укуса пчелы. В ее организм попал пчелиный яд. Ну, это мы уже поняли. Маме нужно дать антидот. Что? Что дать? Ой, какие же вы необразованные кошки! Васька, ты сейчас у меня получишь. Вася, говори проще. Что нужно дать Марфе? А, ну теперь понятно. Что тебе понятно? Где мы возьмем это противоядие? Противоядие от укуса пчелы – это мед. Откуда ты знаешь? Ну, я не знаю, я предполагаю. Ну и как мы заставим эту бешеную Марфу съесть мед? Эй, Чика, полегче, ты говоришь о моей маме. Прости, Вася, я случайно, само вырвалось. Нет, ну действительно, как мы ее заставим мед есть? Я сейчас налью мед на пол, мы спрячемся в другую комнату, а когда мама будет здесь пробегать, то она обязательно наступит на мед. Наступит? Ну и что? Точно! Правильно, Васька! А ты, Чика, тупой! Вспомни, что мы, кошки, делаем, если испачкали лапки. Мы их вылизываем. О, точно! Вылизываем! Молодец! Сообразил! Конечно же! Мама начнет вылизывать лапку! Противоядие попадет ей в организм, и она выздоровеет! Кошки! Я налила мед на пол! А сейчас сидим тихо, чтобы мама ничего не заподозрила! Ай! Во что это я вляпалась? Yes! Получилось! Тебе вкусно? Да, я наступила на что-то вкусное. Марфа, а ты знаешь, кто я? Никиса, ты чего? А меня ты узнаешь? Мамочка, ты меня узнаешь? Кошки, вы что, заболели? И все сразу? Ура! Противоядие сработало! Марфа, ты выздоровела! Вася, ты молодец! Спасла Марфу!